Добрый день, дорогие друзья! Если вам еще не надоело, вы на канале «Жанна в Турции онлайн». Сегодня днем я с вами уже и здоровалась, и прощалась. Думала, что на сегодня по видео все. Но не тут-то было. Напомню, что мы отдыхаем в отеле «Меломы Лакшери Резорт», который находится в Акурджалар. Сутки пребывания здесь на нашу семью из трех человек, двое взрослых и один ребенок, по системе «Все включено», обходится 85 евро. И сейчас я вам покажу ужин, который входит в эту стоимость. Ну вот нам в очередной раз повезло попасть на что-то интересное. Шли просто на ужин, а попали на вечер суши. Акшамлар. Здесь на входе все так уже красивенько. Посмотрите, как оформлено. Напитки, фрукты на закуске. Ой, тешкелер. Алкоголь вар? О, ну сейчас держитесь, я пошла снимать с алкогольным напитком. Ну а основной стол суши вот здесь. И их прям сразу же готовят. Представлены на выбор несколько видов. И можно попросить, чтобы персонально приготовили. Можем понаблюдать за процессом. Ага. Посмотрим на мастерство турецких поваров. Я, кстати, дома иногда тоже делаю суши, и мне интересно. Вот я, оказывается, неправильно рис накладываю. Ага, теперь буду знать, как это. На пол листа, я на весь лист это делала. Так, а там какой-то у него рассольчик, сиропчик. А, извините, мешаю, пожалуйста. Вот так вот. Вообще суши делать на самом деле очень легко, если есть все необходимые ингредиенты. Здесь мы не нашли хороших ресторанов, где делают суши и роллы. Поэтому я научилась их делать сама. Все необходимое продается в метро. Ну, цены, конечно, не слабенькие, однако позволить себе можно. Шикарные креветки какие. Так, это самон, я так понимаю, солененький. Ну и раз уже мы с вами начали, давайте пойдем посмотрим дальше. Сейчас только я свой коктейль передам. Ну, все так красиво оформлено. Это чипсы, это закусочки, хлебная витрина, сыры в огромном количестве. Надо пробовать, они здесь всегда очень вкусные. Так, это запеченные овощи, рыба, канапе, салатики. Разные, много, все не перепробовать. Зелень в турецких отелях всегда в изобилии. Можно миксовать салатики и потом поливать соусами. Их очень много. Тут и соевые, и гранатовые, и оливковое масло разных видов и сортов. А тут соленья, огурчики, свекла, перчики, оливки, морковь я вижу. Ой, оливок сколько видов. Так, сейчас у нас как с вами идет, так и будем разглядывать. От салатов сразу переходим к сладенькому. Я еще в обед отметила, что в принципе выбор сладостей большой. Это карамельные корзинки, я так понимаю. Интересно, надо попробовать. Торт какой симпатичный. Пудинги. Фрукты тоже хорошо представлены. Вот уже нарезанные апельсины, яблоки, грейпфрукты, груши. Ой, а здесь как красиво, вы посмотрите. Какая аппетитная клубничка.
Ой, красота. Это эклеры, я так понимаю. Апельсины хорошие, бананы. Пахлава, как много. Разная, аппетитная. Так, это засахаренные фрукты. А что это за фрукты такие красненькие? Я даже не знаю. Мороженое тут же. Не во всех отелях, кстати, бывает мороженое на ужине, но когда оно есть, это очень хорошо. Вообще, я отметила, что в этом отеле в течение всего дня и мороженое, и сладости. Обычно ограничено бывает там, допустим, с часу до трех, а здесь, по-моему, с 11 и до 6 часов в снэк-баре. Вафли. О, это что такое? Это похоже на уток, да? Смотрите, с апельсинами запеченные, как аппетитно выглядит. Угу. Да, это утка. Акшанлар. Как красивенько. На гарнир рис, овощи. Ой, в горшочке тоже аппетитно очень выглядит домашний картофель. Так, это телятина с баклажанами. Супер. Хорошо, что все подогревается, обратите внимание. Угу, поддерживают тепло. Это булгур, Тимур его любит. Так, это фрикадельки с фрикадельками, очень интересно. Фрикадельки с фрикадельками. Запеканка из баклажанов. Так, здесь рыба. Давайте еще по вот этой витрине пройдемся. Ну, как видите, я уже говорила, что стекол нет, самообслуживание. Так, картофель фри, это, скорее всего, луковые кольца. Здесь что-то запотевшее, откроем, надеюсь, не будут против. Ага, котлетки. Здесь жарят на гриле. Акшамлар. Угу. Так, здесь так красивенько. Что это? Овощи. Угу. Перепела. Вы посмотрите. Да, здесь бургеры, соусы, но эта витрина, наверное, больше для декорации, где мы с вами еще не были. Но вы знаете, практически все мы прошли, там у нас осталась хлебная витрина, здесь мне подсказывают, да, что я пропустила, смотрят за мной, что я снимаю. Ну, тут пицца, пиде. Готовят прямо здесь, все горячее, с пылу, с жару. Обязательно, конечно, надо попробовать. Это традиционные турецкие блюда. Акшамлар. Очень приветливый персонал. И посмотрите, какой простор. А, вот здесь вот мы с вами проходили, пошли в эту сторону. Так, ну давайте посмотрим, что. Тут, я так понимаю, рис или пюре. Ладно, открывать не будем. Так, здесь телятина по-тайски. Угу. Ну, я вам должна сказать, что ужин неплохой. Куриный бюрек. Нет, это что значит? Ну, давайте вот так вам покажу. Так, это овощи запеченные. Красиво так все сервировано. Опять же, овощи. Так, паста. К пасте различные соусы. А это пельмени. Смотрите. Интересно, с какой они начинкой? Как-то в одном из отелей мы тоже увидели пельмени, решили взять попробовать, но там была начинка не мясная, а какая-то вообще непонятная. Ну, это было не очень съедобно. Так, здесь аппетитно выглядит соус. А что это такое? Рыба. Рыба в гриле, ага. Так, и вот такая паста. Ну, в принципе, мы с вами... Все прошли. Не очень много блюд. Вот я вам показывала, что даже есть пустые витрины, но при этом хороший выбор. И разнообразное. И мясное есть, и птица, и рыба, сладкая, соленая, фрукты. И супчики. Супчики мы как-то с вами сторонкой обошли. А вот здесь вот они сразу на входе. Мест в ресторане достаточно.
Можно расположиться в зале, ну, естественно, чай, кофе. Но я так думаю, что мы, наверное, сейчас выйдем на террасу. Оттуда открывается потрясающий вид. Здесь на какую террасу не выйди, перед тобой море. Приятного всем аппетита. Посмотрим, как это на вкус. Пока увидели с вами ассортимент, сейчас будем пробовать. Ну, Тимур уже расположился. Вон он сидит. Слушайте, закат потрясающий. Солнце уже не видно. Как красиво. Супер. Так интересно, пока я там снимала и выбирала, Тимур уже все съел. Сынок, что у тебя было на этой тарелке? Рис и мясо по-тайски. Вкусно покушал? Да. Ну, наверное, действительно было вкусно, если съел абсолютно все. Ну, а я взяла попробовать роллы и не смогла удержаться. Утка и на гарнир рис. Это, кстати, коктейль, который мне вручили на входе. Так, салатик намешали. Дорогой, у тебя, я вижу, какие-то очень интересные роллы. Я впервые вижу, чтобы вот так упаковкой они предлагали роллы. Оптом. Оптом. Как же их есть. Хочу попробовать. Ну, будем экспериментировать. Приятного аппетита. А еще вам хочу показать, что мы здесь вообще одни практически. А, ну вон там еще один столик занят на этой террасе. Супер, классно, хорошо. За много лет жизни в Турции я нашла то, что превосходит по вкусу даже пахлаву. Посмотрите, что творится у нас на столе. Выглядит, конечно, не очень красиво, но Тимур распробовал такой вкусный десерт. Он прям тает во рту. Я даже не знаю, как вам описать, из чего это сделано, как вам передать этот вкус. Ну, во-первых, клубника, да, пропитанная сиропом, вкуснейшая. Дальше это, я так понимаю, крошка из печенья. И получается, под крошкой находится какой-то наполнитель. Как типа что-то пудинга или мороженого. Но это вот словами не передать, я даже не знаю как. Но это очень вкусно, это очень нежно. И вот эта крошка, она даже не то чтобы печенье, она и карамель напоминает. После плотного ужина обязательно надо прогуляться. Благо, что территория позволяет. Вечером отель невероятно красивый, хорошая подсветка. Сейчас уже здесь все моют и убирают. И на сегодня я с вами точно попрощаюсь. До свидания, до следующего видео. Завтра остальные подробности по отдыху в этом отеле. Не забывайте ставить лайки. Приятного вам вечера. До свидания.